Значит, в целом, еще раз, на 21 год просто освежить в памяти то, что мы с вами делаем. 85 направлений у нас государственной поддержки. Из этих 85 мер государственной поддержки всего лишь 19 находятся на софинансировании с федеральными органами власти, ну, с нашим федеральным министерством. Остальные все 66 мероприятий финансируются за счет краевого бюджета. Мы за последний вот цикл, так для себя просто отметьте, за последние вот 5 лет, которые произошли, мы добавили прямой поддержки 2 миллиарда. С 3 миллиардов 400 миллионов она превратилась в 2021 году в 5 миллиардов 400 миллионов. Это действительно большая совместная работа и с вами, уважаемые коллеги, и с, прежде всего, такое единодушное мнение о поддержке села и агропромышленного комплекса на уровне правительства и законодательной власти.